81 смерть. Это я. Минус стол. И минус. Чё-то как-то сложновато, не кажется ли вам, друзья? Люди или не люди, неважно, кто вы такие, я вас всех приветствую на очередном выпуске с картами от подписчиков. И погодите, почему этот алмаз криво висит? Мой перфекционизм бушует внутри меня. Вот теперь другое дело. Поэтому, что ж, сегодня мы пройдем карту от подписчика под ником Канеус Армения. Забавный ник, Армения, привет. Я не знаю, почему у него такой ник, у него реально такой ник Канеус Армения. Поэтому сегодня мы посмотрим, что это за такая карта. И как будто бы здесь что-то написано, правда? Н-то, н-то, а здесь что? Ксу? Я не понимаю. Я не понимаю, я что должен расшифровать? Или погодите, н-топ, ксу... Топ, да, ну да ладно, я надеюсь, вам понравится видос, вы поддержите его вашим пальцем вверх, и рандомный комментарий залетает от Ивана, который пишет, кто-нибудь уже называл Кейна кондиционером. Во-первых, кто такой Кейн и что такое кондиционер? Ничего не понял, Иван, о чем ты таком говоришь мне тут? Окей, что ж, давайте приступать, что у нас есть? У нас есть старт, у нас есть информация, давайте почитаем, что же у нас тут такое интересное написано. В этой карте есть 12 испытаний, все, что ты любишь, но есть уровни, которые очень сложны. Ну почему? Ну за что? Окей, хорошо. Направил рендер дистанция от 5 до 10. Не ломать карту, бить столько, сколько хочешь. Яркость ярко, веселиться. Окей, все просто, понятно. Сложные уровни, говорите? Мы посмотрим, насколько они будут сложны. И есть пасхалки на каждом уровне, кроме лабиринта. На каждом уровне, кроме лабиринта. Оп, что здесь? Что ты делаешь? Я листаю в самый конец, потому что мне нужно это делать. Стой, нет, я не буду. Нет, я не остановлюсь, никто меня не остановит. Что в конце? Остановись, нет, не остановлюсь. И ты лучший. Спасибо тебе, Канеус Армения. Мне бы знать твое имя или твой настоящий ник. Но спасибо тебе большое, во-первых, за карту. А я думаю, мы будем приступать. А, приветствую, надо было начать, наверное, отсюда. Что у нас здесь? Ага, привет, Клей, это моя первая карта для тебя, мой ник Канеус Армения, меня зовут Заграб, не суди строго, я не особо могу строить, чувак, когда я кого-либо судил на картах подписчиков, я тебя буду судить только если ты мне сделаешь здесь выживание, уровень с выживанием на этой карте, вот тогда держись, ну а так вроде бы я никогда никому ничего такого не говорю, поэтому всем вам спасибо за то, что делаете карты, во-первых, и я думаю, мы приступаем, да? Или нет? Или да? Да, я думаю, да. Что мы видим? Мы видим пасхалку. Пасхалка номер один. Что за уровень? Мы выбираем уровни здесь. Давайте посмотрим. Окей, вы знаете, что я буду делать с этим уровнем. Вы знаете, что я буду делать с выживанием. У нас есть паркур, у нас есть дроппер, у нас есть лабиринт, у нас есть викторина, у нас есть найди кнопку, у нас есть интиран, у нас есть пидран, у нас есть выживание портал, у нас есть уровень, который я ненавижу, и у нас есть найти рычаг. Найс, а что у нас здесь? Еще уровни на PvE с мобами и босс. Окей, что ж, друзья, давайте приступать. Нельзя медлить, у нас слишком много испытаний сегодня. И первое, наш любимый паркур. Погодите, я предполагаю то, что из-за того, что у нас справа написан тест. То есть, походу, подписчик тестировал. О, нет, я не распрыгался до конца. Он тестировал счетчик смертей, я так понимаю, да? Смотрите, это будет счетчик смертей. Да, это счетчик смертей. Спасибо тебе большое, автор. Я так обожаю счетчик смерти, это же так круто видеть, сколько раз я умер, но давайте посмотрим. Все, что нужно сделать, это распрыгаться следующим образом, и мы тут как тут. Замечательно, прыжки в 4 блоков, отличное начало, но для Канеуса не бывает ничего сложного. Найс, замечательно, теперь мы прыгаем сюда, и вот сюда. Наверное, вы уже обратили внимание, то, что карты на версию 1.12.2 в последнее время у нас много карт на 1.12.2, и я совсем даже не против, я люблю играть на старых версиях, поэтому давайте посмотрим, что да как. Так, вот это что сейчас было? Кто-нибудь обез... А, это был чекпоинт, вот это я понимаю. Ну, тогда без проблем. Только тогда объясните мне, что мне, как мне, где мне, почему мне, я не понимаю. Я сегодня не хочу орать, я не хочу бить стол, я хочу почилить с моими подписонами, пройти карту, но я не могу схватиться за эту лестницу. Погодите, я что-то неправильно делаю? Я думаю, мне все-таки нужно распрыгаться, как я это сделал одну попытку до этого. Давайте попробуем, сделаем раз, мы сделаем два. Но я не могу! Ребят, это что такое? Это что такое? Обратите внимание на счетчик смертей. Прошу, обратите внимание, 30 смертей, я не могу. Я отвечаю, это как? Это я, либо я тупой, либо это невозможный прыжок, видите? Это максимально далеко, насколько я мог прыгнуть сейчас. И я все равно падаю.
Я падаю, друзья, я падаю, я не могу остаться на этой лестнице. Каким образом я должен... Все, смотрите, я сделаю это еще раз. Мы сделаем вот так, смотрите, я не могу. Я жму пробел, я не могу остановиться на этой лестнице. 32 смерти. Что происходит? Это первый уровень, пожалуйста, камон. Почему это так сложно? Почему я не могу, друзья, я не понимаю. Камон, вот я не... Ребят, он не хватается за лестницу, он не хватается за лестницу. Что, может быть, есть какие-то барьеры, или я что-то не понял, или что происходит? Шулькер, я хочу на те шулькеры, я обожаю шулькеры, но почему не могу пройти лестницы? Камон, раз, два, я даже перелетел. Ну, окей, вам покажу еще раз. Смотрите, сделаем максимально идеальный прыжок. Мы делаем раз, мы делаем два, мы делаем три. Видите, я не могу. Это невозможно. Это... Я не знаю, что делать. Мне что, сдаваться на первом уровне? Когда в последний раз я сдавался где-то, друзья? Ну я не могу, это невозможно. Погодите, что-то я не понимаю. Я что-то не понимаю. А что я не понимаю? Я не могу, друзья, это невозможно. Окей, хорошо, я вас понял. Ай-яй-яй, это как? Почему это так сложно? Почему это невозможно? То есть слышно звук лестницы, как будто бы я за нее хватаюсь, но... 50 смертей на один прыжок, ребят, 50 смертей. 50 раз вот я не могу. Это нереально, это нереально, я сдаюсь. Вот это уже реально. Погодите, да почему? Что я не так сделал? Объясните мне кто-нибудь в комментариях. Камон. Я не понял, друзья, я не понял, в чем прикол-то тут был. Ха. Может быть, я кривой какой-то сегодня? Ладно, давайте просто про это, наверное, забудем и еще раз умрем, конечно же. Но это же по традиции. Килл. А, ладно, не килл. Поехали, там. Мои любимые шулькеры, друзья. О, пасхалочка, спасибо. Окей, можно меня побыстрее убить? Камон. Давайте, наконец-то, попробуем запрыгнуть-то на первый шулькер. Или это невозможно для Канеуса? Килл, плиз. Давай. Нужно с разбегу, друзья. Нужно сделать раз и... Ребят, что сегодня происходит со мной? 81 смерть. Я 3 часа пытался запрыгнуть на первый шулькер. Я не знаю, что сегодня. Может быть, из-за того, что я рано проснулся сегодня? Я проснулся в 7 утра, но при чем здесь это? О боже мой, ну я же никогда не дойду. Я сейчас опять упаду, и мне заново нужно будет запрыгнуть на первый шулькер. Окей. Держи себя в руках, канделябр, держи себя в руках. Все, что нужно сделать, это прыгнуть, смотреть вниз и... Окей. Окей. Не смотрите больше на счетчик смертей, пожалуйста, ребят. Просто не смотрите. Просто не надо. Фух. Я сейчас с ума сойду. Почему? Что сегодня происходит? Что? Почему все так сложно? Почему? Я грустный. Я не могу это пройти, друзья. Я не могу. Я не хоть что со мной сделать, но это невозможно. 105 смертей. Это первый уровень, это паркур. Это только первый уровень. Что сегодня происходит? Я просто не могу сегодня запрыгнуть на шулькеры. Ребят, я же профессионал. Вы же знаете, да? Вроде был когда-то по шулькерам. Но сегодня я просто не могу. Окей, поехали. Хоп. Хоп. Куда ты полетел? Теперь мы делаем хоп. Окей, если я падаю на этом прыжке, я рву волосы на голове. Именно так, поехали. Боже мой. Я это сделал. Я не знаю, сколько времени мне понадобилось. Я не знаю, сколько времени я потратил. Не смотрите на счетчик смерти, не пишите ничего про него, не надо, пожалуйста, не надо. Что здесь-то теперь надо сделать? Я уже хотел прыгать туда, но я-то думаю, ну не может же быть так, короче, нам туда. Вроде как, да? Окей, это уже чекпоинт, можем отдохнуть. Мы прошли шулькеры. Вау, что сегодня со мной, я не знаю, друзья. Я не... О, перевернутая сосулька, окей, хорошо. Прыгаем сюда.
Фух, это было эпично. Это было просто эпик. 134 смерти на паркуре. Это первый уровень из 12. Я сейчас заплачу, друзья. Я реально заплачу. Я не могу, что происходит. Что происходит со мной? Кто-нибудь, вызовите кого-нибудь. Фух, не время. Не время отчаиваться. Не время отчаиваться, мистер Канделябр. Ты же профессионал. Ты все сможешь. Ты молодец. Ты красавчик. Все будет окей. Yes. Да ладно, я прошел. Вот это был уровень. Дроппер. Ну, дроппер-то мы же изи пройдем, правильно, друзья? Правильно ведь? Что это такое? Если не сможешь сюда... О, нет. Это что такое? Секретка? Пасхалка, секретка? Куда лететь-то? Погодите. Тут одно стекло. Давайте проверять. Это стекло по вертикали, то есть можно между стеклом пролететь. Ну вы же знаете, это версия 1.12.2. Здесь прикол в том, что для того, чтобы прицелиться ровно и пролететь сквозь вот такие отверстия, просто прицел вниз не поставишь. Короче, я вижу воду. Каким образом мы это должны... Вау, погодите, а как-то... Как потом-то пролететь, я не понял, вот сюда что ли? Нет, погодите, одну секундочку, погодите. Чё-то как-то сложновато, не кажется ли вам? Чё-то как-то сложновато, не кажется ли вам, друзья? Вам не кажется, что как-то... О! Погодите, я могу выбраться отсюда? Я не могу? А, я могу. Ребят, можно я заслужил немножко читерства? Потому что я сейчас бы сошел с ума, если бы мне пришлось бы это честно проходить. Хотя я бы прошел, правильно ведь? Я бы прошел, правильно и честно. Я бы прошел, правильно ведь, друзья? Ладно, друзья, ребята, все хорошо, мы идем дальше. Если осмотрел, то сюда, или пиши ему это осмотрись, погодите. Да, какой еще лабиринт, это скучно, осмотри пирамиду изнутри и снаружи. Опа, погодите, так это фейковый лабиринт. То есть это не лабиринт, автор говорит, что это скучно. Ну, я могу немножко согласиться, лабиринты бывают однообразные, поэтому я люблю, когда лабиринты делают какие-то там с паркуром, с ловушками, с приколами. Обычно лабиринты, да, мы уже их много раз видели. Короче, что нам нужно сделать? Осмотри пирамиду. Если осмотрел, то сюда. Пиши гейм 1 и осмотрись, окей. Гейммод 1, давайте посмотрим. Что мы видим? Во-первых, это у нас пирамида. Крест висит какой-то, лампа. Найс, круто, замечательно. Это что-то, какое-то поле, друзья, похоже на какое-то... Я даже не знаю, что это может означать. Ну да ладно, хорошо, давайте посмотрим на нее снаружи, конечно же. Что у нас здесь? Ну слушай, классная пирамида, подписчик, что я могу сказать? Элитная, эпичная, красивая, симметричная, найс, здорово. И в принципе, это весь уровень? Кнопку сюда. Бу, это было здорово. Окей, мне понравилось. Мне понравилась такая необычная, необычный подвох. То есть это у нас как бы был лабиринт, но нет, нас обманули. Окей, викторина. Я обожаю викторину, можем расслабиться. 142 смерти, вау. Что такое? Если застрял, то килл. Да я не думаю, что я застряну. Из какой страны автор? А, да мне долго доходил. Автор карты. Я думаю, автор чего? Что ли, опять текст не влез? Автор, ну, из Армении, я предполагаю. Канал с Армении, правильно? Найс, отлично. Сколько лет автору? Погодите, он мне говорил? Он же мне не говорил. Или погодите... Одну секунду. Я подсмотрю. Нет, он мне не говорил ничего. Погодите, я предполагаю, что... 15 или 16, как вы думаете? А, пусть будет 15. Найс, отлично. А, погодите. О, нет, это был неправильный ответ. Погодите, вот что он имел в виду, когда застрял, пиши килл. Ай, значит, ему 16 лет. Мы кое-что узнали, мы кое-что поняли. 16 лет, правильно, отлично. Чего-чего? А, окей. Значит, 2. Изи, да пропустите меня. Пропустите меня, здесь эти барьерные блоки меня мешают, я так не могу. Сколько материков в мире? 6. Ну вот опять же. Америку считать как Южную и Северную Америку или просто как Америку? Вот тоже иногда разделяются мнения. Так же, как и с океаном. В России не засчитывают Южный и Ледовитый океан. Но я отвечу 6. Найс, отлично. Сколько планет в Солнечной системе? 8. Правильно? 8. Дальше. Сколько костей у человека? Блин. Ну не, мне кажется, это прям дофига. Мне почему-то... Хотя слишком многовато. Но хотя... Ну, знаете что? Если 2 похожих ответа, я думаю, один из этих тогда. Давайте ответим вот этот. Застрял. Черт.
Ну, можно мне, Game Mode Spectator быстренько сделать вот таким образом, чтобы, ну, как бы, ну не надо. Ну, не надо меня запирать. И я на всякий случай тогда пропишу спампон здесь. Окей, ну тогда столько, да? Окей, найс. А кто создал коронавирус? Билл Гейтс, природа, Китай. Ну, слушайте, как бы природа, но я не то чтобы фанат конспирологических теорий, но очень много фактов указывает на то, что это могло появиться из лаборатории, но это никто никогда в жизни не подтвердит, потому что Китай все подтирает за собой, никого не пускают, никакая информация тут не утечет, поэтому я не хочу распространять ложные сведения. Но, возможно. Погодите, это тоже был правильный ответ? Здесь можно было пройти? Окей, тут два правильных ответа. Короче, неизвестно. Но могла, это могло появиться из лаборатории в Ухане. Там у них как раз лаборатория по... неважно, забудьте, кто победил во Второй мировой войне. Дружба, окей. СССР, Германия, ну, понятное дело, дружба. СССР, окей. На какую планету хочет попасть Илон Маск? Ну, это же изи, Юпитер, ладно, я шучу, Марс, конечно же, окей. Название 1.17, пещера и скалы, научный энд. Скала Джонса. Ребят, ну, вот это название пещеры и скалы... Мне кажется, ну так, слушайте, 1.17 для меня немножко было разочарование. Я ждал полный апдейт, а оказывается, полный будет версия 1.18, это было грустно, окей. Понравилась викторина, конечно. Кстати, вот отличный вопросик, мне понравилось. Да, конечно, нет какая-то хрень. Ну, не знаю, конечно, понравилось. Еще вопрос, погодите. Спасибо за прохождение викторины. Не за что, очень рад. Ну я же гений, друзья, конечно же, ТП назад, найс. А вот теперь щелкаем уровни как семки, друзья. Поехали, найди кнопку, это же... Стоп, что-то здесь не так. Не может же быть все так просто, правильно? Не может же быть все так просто. Ну где она? Камон. Так, стоп, я что-то не понял. Где она? Ладно, я буду на все кликать, она где-то здесь, да? Она где-то за одним баннером. Или погодите, или что здесь происходит? Что-то мне требуется. Погоди, найди кнопку. Одну секунду. Одну секундочку. Подождите. Подождите, я что-то не понял. Кнопка не на голове. Кнопка не на потолке. Кнопка должна быть за баннером, но я вроде бы везде кликнул. Я кликаю прямо через них, сквозь них. По идее, я должен был на нее уже кликнуть, правильно? Здесь ее нету. Камон, ребят, что происходит? Я что-то не понял. Меня заперли, как мне быть? Что мне делать? Ребят, в смысле? Где кнопка-то? Погодите. Если она за баннером, то я как бы уже на нее бы кликнул. Я спамлю на правую кнопку мыши. Да ладно, она все это время была там. Найти кнопку. Тут использована префаб. Префаб, что такое префаб? Это мод на постройке готовый, если не ошибаюсь, мы на него делали обзор. Погодите, я что-то вижу. Нет, это не люк. Окей, много тропинок я замечаю. Что это может означать? Это может означать только одно. Что где-то нас ожидает секретная щель, через которую можно будет кликнуть. Но я вот это проверяю, потому что похоже на люки, но нет, это не люки, друзья. Это вам не люки. Окей, давайте думать. Опа, нет, стоп, что-то видел? Нет, ничего не видел. Да где? Куда? Автор. Оп, что? А, курица снесла яйцо. Я думаю, что за звуки? Камон, куда кликать? Погодите, здесь нету. Может быть, она где-то на дереве? Может быть. О, я вижу командный блок. Замечательно. Стоп, погодите. Я могу выбраться сюда. Бум. Найс. Нашли кнопку. Следующее испытание. Это у нас найти рычаг. Сколько тут... Ладно, автор, вроде бы комнаты не супер-мега большие, но вот эти уровни, ну это просто, ну вот это вот просто затроллировали Канеуса, да? Затроллировали, молодцы, затроллировали. Где рычаг? Погодите, может быть он... Нет, он явно не здесь. Ну, камон, конечно, он на потолке был все это время, и последнее то, что проверяю, это потолок. Да, еще чуть ли не самый последний, еще и... нужно в survival, кстати, выйти. Game mode survival, please, come on. Ну и вот за что, автор, за что? Ну ладно, вроде бы там дальше не будет таких комнат.
А я не против, если комната не такая была, не супер большая, вот я не против найти рычаг где-то здесь. Но вы же помните, надеюсь, вы помните, когда мне подписчики делали вот эти вот уровни, найди рычаг в печке, но там были комнаты, наверное, размером в 100 на 100 блоков, и типа, давай-ка, Неос, тебе же нравятся такие уровни, ищи, ищи, вырезай потом это на видео и трать свое время, да, Канеос, мы же тебя так любим, поэтому, окей. Это то же самое, что и выживание. Ну, не, выживание, это, мне кажется, это не, даже не настолько плохо, как выживание. Так, точнее, наоборот. Выживание не такое уж и плохое по сравнению с такими уровнями. Здесь я тупо кликаю. Кликаю и escape. Камон, где она? Оно. Спасибо за пасхалку, это, конечно, здорово, но... Ладно, если пасхалка с этой стороны, значит, рычаг где-то с этой стороны, правильно? Причем даже в этом углу, я уверен. Правильно? Ой, знаете что? Так, одну секунду, как нам это сделать? Знаете что, друзья, Сейчас мы все сделаем как надо. Я не могу более. Что это было? Что это за уровень был? Что такое? Так, наверное, выживание мы даже пропустим. Ладно, я не пропущу, мы просто на него посмотрим. Вау, мое любимое выживание. Что здесь нужно сделать? Продолбить обсидиан, конечно же. Пасхалочку возьмем. И в креатив зайдем. Гейммод, креатив и выживание мы пропустим, ребят. Конечно же, тут было даже два слоя. Нельзя обойтись всего лишь одним слоем в выживании. Нужно сделать два, чтобы канал сдолбил обсидиан. Ребят, вы все прекрасно знаете, как я отношусь к выживанию. Я в последнее время просто рейджу, как псих. Поэтому выживание портала, это что такое? Блоки. Как-то закончу. О, а вот это... Вот это очень здорово. Вот это, наоборот, выглядит и звучит просто супер. Нужно построить портал, друзья. Вот это здорово. Вот вместо выживания бы делали бы вы что-нибудь похожее. Окей, у нас есть топор для того, чтобы что? Выйди. А, для того, чтобы добыть железо, я так понимаю. Здорово, пацаны. Здорово, парни. Ну, камон, сейчас получится по лицу. Почему их двое, друзья? Зачем два железа? Окей, мы делаем ведро. А, я знаю, для чего их два. На всякий случай, если нам выпадет только три железа. Автор продумал это. Молодец, Канеус Армения. Молодец, так, камон. Камон, минус два парня. Железо, изи железо. Теперь все, что мы делаем, во-первых, погодите, так, мне можно где-то или как я буду крафтить? Погодите, а где? А где дерево? Где древесина? Или что, предполагаю, что я древесину принесу с предыдущего уровня, с выживания? Или как это? Погоди, одну секунду, мне нужна древесина, чтобы сделать верстак. Или я что-то не понял, может быть, погодите, что-то здесь есть? Блоки. Блоки. Ну, блоки-то это да, но а древесина? А верстак? А как быть, а как ведро-то сделать, мне? Алло? Погодите, может быть, я что-то не понимаю. Да, походу мне нужно было принести инструменты с выживания, друзья. О, черт, о, нет. Окей, ладно, одну секунду, тогда мы сделаем снова креатив. Сегодня всю карту в креативе прохожу, тупо всю карту. Мы возьмем верстак. Мы возьмем... кирку, почему бы и нет, которая должна у нас была быть с предыдущего уровня. Мы поставим это сюда, мы сделаем одно ведро, мы добудем себе немножко блоков, раз, два, а это что такое? Окей, стеклянная комната, какая-то стеклянная комната, возможно, мы это потом узнаем. Так, у нас пару блоков, теперь, я думаю, мы можем делать чпокс, мы можем сделать раз, мы можем сделать два, мы можем сделать хоп. Так, отлично, это ломаем. Теперь разливаем лаву сюда, Теперь мы идем раз, два, три, черт, четыре, пять, шесть. На всякий случай мы сделаем вот так, чтобы у нас не разлилась вода куда не нужно. Теперь мы берем воду, разливаем ее сюда и делаем раз, два, три, четыре, пять. И 6. Найс, а мне нужно телепортироваться, да? Когда закончу. А, наверное, все-таки нет, потому что иначе я попаду не туда, куда мне нужно. Найс, вот это было прикольно. Спидран. Обожаю спидраны. Рекомендую рендер дистанцию 20-25 чанков только на спидране. Окей. Договорились. Пусть будет 21. Что мы имеем? Поехали. Стоп, а скорость? Стоп, что это было? Что происходит? А где моя скорость? Хеллоу? Видите, мне скорость дается. А, я что-то не понял. Ну, вроде у спидра не такой уж и большой. А как быть-то? Где моя скорость? Вот тут она должна была быть. Окей, мы пропишем эффект. Нет, GIF. Погодите, нет, GIF, эффект. Канеус. Спид. Один. Один. Надо было два прописать. Что-то я маленькую скорость я взял. Одну секунду, стоп. Мы сделаем три.
Окей, я не был готов к прыжкам. Давайте еще раз. Я не знаю, какую скорость должен был мне дать автор, но, походу, что-то пошло не так. Ладно, неважно. Камон, прыжок. Ай-яй-яй, пропустил прыжок. Kill, please. И скорость, please. Отлично, поехали. Так, где у нас надо раскрыть глазище. Раз, два, три. Ага. Ну, это мы изи пройдем. Без проблем. No problems. Просто какая скорость здесь должна быть? Я должен был пробежать спокойно по этим блокам? Или я должен был распрыгиваться, как я это сейчас делаю? Вот тут я немножко не понял. А вот здесь снова бежим. Бежим. Окей, вроде бы пока прыгать не надо. А вот надо сейчас. Хоп. Есть! Найс. Круто. Неплохо, только, к сожалению, скорость не работала, ну да ладно, ничего страшного. А что у нас дальше идет? Спидран и TNT-ран. Ну поехали. С первого раза. Камон. Канделябра, ты сможешь. Я вижу конец. Я вижу голову эндер-дракона. Поехали. Камон. 3, 2, 1. Изи. Найс. Что-то много кнопок, друзья, вам не кажется, что у нас здесь? Пасхалка, что у нас здесь? Ничего. Кнопка здесь. А, отлично. Так, у нас осталось два испытания. У нас есть ПВЕ, битва с мобами и босс. Давайте посмотрим. Если убил всех, то ТП сюда. Окей. Что у нас здесь есть? У нас первая волна. Давайте мы все это сложим тогда вот сюда. И мы возьмем все нужные нам приколы следующим образом. Нам дали только каменный топор. Первая волна. Поехали. Медведь. Один медведь. Ну, давайте шлепнем медведя. Не надо. Минус медведь. Следующая волна, пожалуйста, в студию. Это было изи. Даже яблоки дали. Что за вторая волна-то такая будет? Это кто-нибудь... Погодите, тут какое-то описание есть. Пропустил. Я пропустил описание. Возьми вещи из сундуков. Выказывание будут. Клади обратно. Окей, спампоинт пропишем. О. И возьми вещи для следующей волны. И так до третьей волны. Ну, в принципе, я все понял. Поехали. Стоп. Не пройдете. Оп, кто-то пройдет все-таки. Кто-то все-таки пройдет. Да ударь, погодите, у меня. Что происходит? Я не могу по нему попасть. Минус пес. Так, нужно ведьму убить. О, нет, визора. Только сейчас его заметил. Точнее, не визор, а Блейз. А, камон, зачем я открыл им путь? А где мой щит? А где мои яблоки? Что происходит? Почему я умираю? Я не хочу умирать. Кушай. Найс. Жив, цел. Минус, и теперь пора убить парней. Так, пока они тут друг на друга отвлеклись, я думаю, мы сделаем раз. Сделаем два. Мы сделаем три. Четыре. Пять. Шесть. Изи. Вот это неплохо. И яблочко сидим. Жив, друзья? Я не понял, как это сделано. Я жив, окей. Следующая волна. Зачарованные яблоки. Ну, это-то вы знаете, что обычно бывает, когда у Канеуса зачарованные яблоки. И сила два, неплохо. Так, это мы оденем. Бум-бум-бум. Это мы возьмем сюда, это сюда, это сюда. Теперь мы выпьем силу. Мы съедим яблоко. И нажмем на волну 3, поехали. Парни, спокойно. Что у нас? Толкейна? Окей. Окей, я вас понял. Камон, парни, камон. По одному, подходим, меня на всех хватит. Канеуса всегда на всех хватит. Чпокс. Минус стол. И минус вот этот стол, и еще минус вот этот стол, и минус вот этот, и последний стол. Нет, вот сейчас, найс. А вот это уже я понимаю, другое дело. Если убил всех, то сюда. Ну и теперь у нас битва за боссом. Кто такой босс? Визер. Спавнить босса. Вещи для сражения. Зачарованные вещи. Окей, давайте тогда... Одну секунду, мне нужно сложить весь хлам сюда. Это мы возьмем. Это мы снимем. Это мы наденем. Что так много мобов шумит у меня за спиной? Камон, кто здесь? Тебе сюда. Так, заспавним босса и... Стоп, эндермем. Мне куда? Где я? О, боже мой, Погодите. Что происходит? Я хочу... А вот где босс. Здорово, пацаны. Всем привет. Так, можно мне потише сделать? Чуть-чуть звук слишком громко. Все, поехали. О, нет, обсидиант, он ломает. О-оу. Нет, нельзя дать ему выйти. Нет! Ну, ребят. Но я теперь не дотянусь до него. Черт, а как быть? Надо было делать все из бедрока. Обсидиан все-таки может ломать. Что мне теперь с ним делать? Я не дотянусь, у меня нету лука, у меня нету ничего. Он меня закапывает. О, немножко пошло не так. Все, окей, мы сделаем... Что мы сделаем?
Вот так. Ну и теперь шлепнем его. Ну-ка, иди сюда, куда полетел? Бум. Ну-ка, иди сюда, сказал. Бум, бум. Бум. Минус, минус. О, я так буду долго его убивать. Окей, ребят, ну короче, вы поняли, друзья. Ну вы поняли, ну теперь он просто улетел. И одну секунду, здесь есть кнопка финальная какая-то. Тебе сюда, заспавнить босса, я здесь был. А, вот, наверное, финальная кнопка. Нажмем, бум. Вот мы и прошли карту. Да, мы пару раз читерили. Было немножко рандомно. Было где-то невозможно, где-то было странно, где-то не было забагано. Но мне очень понравилась карта. Реально, вот видно то, что в карту была вложена душа. И это очень здорово. Спасибо тебе за прохождение моей карты. Оцени карту по 10-бальной шкале. Можешь взорвать карту, ты заслужил. Спасибо, это что такое? Ага. Ага, TNT и та самая штука. Окей, конечно же, я поставлю тебе 10-ку. Хочешь пожелание? Слушай внимательно. Ага, выживание, конечно же, нужно убрать. Минус выживания. А в остальном, в принципе, все было круто. Единственное, вот кто-нибудь объясните мне, почему на паркуре я не смог запрыгнуть на вот эту лестницу? Вот, а вот эту. Вот, а вот эту. Почему? Почему? Кто-нибудь объясните мне. А так, в остальном карта была идеальна. Ну, еще можно было визора пофиксить с помощью бедрока. А в остальном все было очень забавно. Офигенная викторина, офигенные... А, ну и спидран получился немножко странный, потому что не работал эффект. Ну да ладно, мы сделаем вот так, и зато взорвем сразу же вот эти TNT. TNT. Бум. Отлично. Вот это я понимаю. Где моя зажигалка? Не вижу. Flint and Steel следующим образом. Поджигаем здесь все. Теперь мы делаем звук на минимум. Ребята, я надеюсь, вам понравился видос. Вам понравилась карта от Canals Armenia. Армении еще раз передаю огромный привет. Спасибо, что вы меня смотрите. Не забывайте ставить лукасы. Подписываться на канал. Жмякать колокольцы. Бубенцы. Все вот эти вот приколы прикольные. А с вами Абулкекс. Всем пока.